В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Доброго дня кожному нашому радіослухачу, хто цей час проводить разом із Світлим Радіо. Уже є у нашій студії світла гість, це викладач кафедри музичного служіння Української Іванівської теологічної семінарії Сергій Олексійович Закатюра. Сергій Олексійович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте всім, хто нас слышить. Ми раді бути вместе з вами. Сергей Алексеевич, вы у нас гость не первый раз в нашей студии, да, вы у нас были и в программе «Богословские беседы», и в программе «Таланты и поклонники». Но вот мы стали вещать в городе Сумы, поэтому кто-то, может, вас и не знает. А может быть, даже вот те люди, которые слышали программу с вами, тоже вас не знают. Поэтому немножечко еще познакомимся с вами. Те, кто не знает вас, да, вы чем занимаетесь? Вы преподаватель? Ну, я преподаватель, так, да. Еще чем? Все смежные области, вот все, что относится к музыке, мы же, ну, я выкладываю, то есть преподаватель музыкальной кафедры, вот, поэтому я звукорежиссер, и аранжировщик, и композитор, вот, и сейчас вот учусь, буду еще, верю, что буду магистром богословия, вот, то есть вот как бы основные сферы именно, ну, функциональные, то есть это все музыка. Вот, я преподаю музыкальные предметы. Раньше я преподавал как бы и вокал, и клавишные инструменты. Ну, клавишные я и сейчас еще преподаю. Вот. А сейчас больше я сконцентрировался на богословии и поклонении, потому что это очень огромная, невероятно большая такая сфера. И очень, как бы это правильно выразиться, она очень важна и нужна сейчас для каждого человека, особенно в связи с тем, что происходит вот у нас в стране, с народом, с нашим, в сердцах наших. Потому что поклонение – это не только музыка, поклонение – это не только какое-то определенное выражение, декларативное особенно, ни в коем случае. Поклонение – это образ и стиль жизни, поклонение – это сформировавшаяся на данный момент у человека система ценностей. И это обусловливает вообще всю жизнь и выбор на каждом шагу каждого человека. Поэтому мы поклонению уделяем, ну, максимально большое внимание и преподаем, ну, стараемся как можно глубже. Это и история церкви, это и богословие поклонения, это сама суть, то есть феномен поклонения мы исследуем, мы рассматриваем, как в истории развивались формы поклонения. Особенно интересно, как это было вот у еврейского народа, потому что они прямые наследники, ну, вернее, носители Слова Божьего в этот мир для всех остальных народов. И очень интересно, у нас хвала, слава, прославлять, всего лишь несколько терминов, и в целом это обобщающее значение. А у них есть 5 малых и 7 больших терминов, основных терминов хвалы, каждый из которых несет, ну, колоссально насыщенный смысл. То есть это четко обусловлено. То есть вот мы хвалим Господа, и в этом термине ты видишь, как именно. Это может быть триумфальная хвала с поднятыми руками, то есть просто безбашенная. То есть такое... Они кричали, вот помните, был момент в Ветхом Завете, когда они шли и пели псалмы, и ликование, глаз ликования был такой силы о Боге их, что расседалась земля под ними. Это ж как надо было прославлять, да. И вы представляете, какой колоссальный эмоциональный заряд. Ну и так дальше. Есть глубочайший такие, ну, термин глубочайшего поклонения, сокрушенного сердца. В общем, эта сфера, ну, я о ней могу говорить часами, сутками. Сергей Алексеевич, да. Вы только что сказали, что это особенно нужно в это время. Mm-hmm. Вы заметили, что сейчас людям тяжело прорываться? Почему вы говорите «особенно в это время»? Сейчас люди не могут хвалить, да, из-за того, что они видят смерти, разрушенные дома? Нет, я изначально имел немножко другое. Ну, в виду я имел вот что. Что это время, я верю, что оно от Бога, как бы тяжело оно не было для нас, но оно позволило высвободить совесть народа, совесть каждого человека отдельного. И человек сейчас, буквально каждый, он определяется, кто он, зачем он. И сейчас колоссальное количество людей приходит в церковь,
и слава Богу, уже не по формальным евангелизациям, а от реальной нужды по Богу, по силе, по вере, то есть по сущностному переживанию какого-то вот, ну, базиса, фундамента под ногами, потому что сейчас выбит всякий фундамент у нас. Даже люди богатые, они, ну, конечно, банковские счета — хорошее дело, вот, но мы знаем, что может лопнуть любой банк, может уйти любое состояние и так дальше, то есть на это опираться, как и на ничто другое, ну, ни на что-либо другое в этом мире, ну, нельзя. Потому что Бог выбивает любой фундамент, если Он хочет спасти человека и привести к себе, Он мастер вот это делать. Вы знаете, у нас вчера в этой студии было семеро ребят, это группа «Дизель». Они сейчас рассеялись по всей Украине из-за того, что происходит. И угу. Они были у нас вчера, так получилось, что они собрались все вместе, съехали со всей Украины. И вот как бы задаю вопрос такой... Страшно то, что творится. Как вы это пережили? Да. И они сказали, что это был для нас экзамен. Говорят, что тяжело богатому войти в Царство Божье, да? Они говорят, что кто-то из нас бедный, мы не могли с этим смириться. Это был для нас экзамен, увидеть, за что мы держимся. Готовы ли мы сейчас там предстать пред Господом? Поэтому это к тому, что мы говорили. А вот в Деяниях, смотрите, когда Павел и Сила вышли на улицу, да, проповедовать, потом их народ также восстал народ, воеводы, сорвавшие с них одежды, велели бить их палками, давши много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь, страж их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слышали их. Это я к чему? Сегодня многие люди недовольны, может, я ошибаюсь, недовольны то громко, то тихо, то жарко, то сильно кондиционер работает. Вот у этих людей, которые проповедовали, не было ничего этого, у их ноги были забиты в колоду, в темнице, они славили Бога. Как вы еще можете вот это прокомментировать? Одна из очень важных мыслей и вообще генеральная линия моего вот учения в семинарии, вот, она напрямую связана с этим местом Писания. Они были сокрушены сердцем до такой степени, что им было не до того, какая там температура, какая влажность в этом подземелье. Я думаю, что это было подземелье, наверное, какой-то минимум цокольный этаж. Вот, не сладко им там приходилось, но дело в том, что в тот момент они совершенно об этом не думали. Церковь прилежно молилась, и совокупность этих духовных молитв веры помогала Павлу и Силе, в свою очередь, вот на этом духовном, как бы таком, ну, мини-цунами назовем его, то есть идет волна духовная, посылы вот верующих, и люди способны сами молиться, а они там написано еще и пели. Да, воспевали Богу. Августин говорит, что спетая молитва или псалом, она троекратно усиливает вообще силу молитв. То есть вот так молишься или поешь молитву. Так вот, он говорит, что его мнение такое, что троекратно усиливается сила молитвы, когда ты поешь ее. Ну, псалом — это молитва спетая. Вот. И вот в этом контексте я могу предложить всем желающим посмотреть на раскладках. Ее издают, эту книжку. Мерлин Каратерс «Сила хвалы» называется. Вот. И там она не касается музыки, она как раз касается словословия, хвалы и благодарения Богу за, внимание, за плохие, негативные обстоятельства, которые сейчас есть. Он показывает четко и ясно на примерах сотен и тысяч людей. Вот, то есть он получил такое откровение, что это буквально надо делать, как написано, за все благодарите. Потому что у нас с нашей моральной, как бы, вот определенной системой ценностей, да, нам как можно хвалить за то, что пьяный водитель сбивает ребенка? То есть куча таких моментов, как можно хвалить за то, что полулюди, полузвери просто четвертуют живьем, как бы, людей там, ну, такое сразу. Да, это у нас не помещается у нас. Вот. И вот этот человек замечательный, он верующий, он капеллан, он же, я не знаю, наверное, он еще все-таки на земле, потому что я пока, у меня нет сведений, что Господь его уже забрал. Вот, он пожилой, это капеллан, он проработал большую часть жизни в армии, и в американской армии там достаточно много неверующих людей, тоже не смотрели, формально верующих, то есть, которые, ну, к Богу имеют никакое отношение вообще. Вот, он показывает, что это откровение, это та золотая кнопочка, которая зарыта где-то глубоко-глубоко, и вот просто нормальный, адекватный человек там искать не будет никогда в жизни, потому что додуматься, хвалить за плохое. А суть в чем заключается? Это прямая противоположность ропоту.
Каждый раз, когда мы впадаем в разочарование, депрессию, печаль, грусть, сожаление, самосожаление, тут и все вместе, это формирует в нас состояние, когда мы не способны находиться в положении благодарности и хвалы Богу. Невозможно хвалить Бога за плохое. И вот он говорит, вообще у многих помазанников, Томми Тини, Терри Ло, колоссальный совершенно поклонник, музыкант, он из Орла Робертса университета, друг Орла Робертса, очень близкий. Вот, в свое время было целое движение «Живой звук», и они ездили несколько групп по всему миру и поклонялись. Терри Ло есть такой, и у него есть несколько книг, тоже можно их читать. Это колоссальный, наполненный Духом Святым человек, который показывает силу Божью в поклонении, в прославлении, пророческий аспект поклонения и прославления. Вот, и он тоже самое. У него был момент в жизни, он потерял жену. Вот. И Орел Робертс ему сказал: «Терри, ты должен пойти домой и начать славить Бога». И он не мог собраться с силами. Дело в том, что они очень друг друга любили. У них было уже, по-моему, трое детей. Он уж был в международном служении. И вдруг, вот ни с того ни с сего, втался. Его жена разбивается, погибает в автомобильной катастрофе. А он где-то в другом городе был, вылетел на конференцию, там, учить, проповедовать. И ему вот вечером, где-то около 11 часов вечера, ему говорит его друг, что вот так и так Джен погибла. И, то есть, он оцепенел просто. Он духовно и физически оцепенел, он не мог поверить, потому что не было никакой предпосылки вообще. Настолько у них был классный, прикрыт тыл, они любили друг друга, они в служении, они в одном духе. Все было, ну, просто как вот идеально, можно сказать, духовном и во всех отношениях. И вдруг Бог ее забирает. Он не мог этого понять никак. То есть, мозги не приспособлены к таким вещам. Вот. И вот Орел Робертс помог ему. Вот, и он описывает очень подробно, Терри Ло описывает, как он это делал. Рано утром он встал в таком тоже вот состоянии, в похоронном, можем его назвать, но в самом таком жутком, потому что, наверное, не так страшно самому уйти, как когда уходит любимый человек. Вот, и вот он прорывался несколько часов. Он просто дал себе установку, и вот он пишет о мыслях, которые он слыхал. Дьявол постоянно атаковал. Ты не можешь так молиться. Ты не можешь славить Бога. Он тебя обманул, он тебя подвел, он тебя наказал. Ты не можешь, ты не чувствуешь то, что ты говоришь. Ты прославляешь Бога, но в твоем сердце нет хвалы Бога. Ты лицемер. И вот он с этим воевал, ну, 2 часа, по-моему. Я точно не помню там, ну, время. Вот, но потом он говорит, что в какой-то момент он почувствовал, что как будто изнутри напирает вот как дамба, то есть сила духа, и еще какие-то несколько минут он продержался, и его рвануло, просто прорвало эту дамбу, он начал рыдать, начал плакать, вышло с него вот это все горе, просто вылилось в слезах вот это, как дамбу прорвало, дамбу горя, дамбу вот этого, вот, и пришла сила Духа Святого, и он начал молиться и пророчествовать свою жизнь, свое служение, то есть все получилось как лучше в псалмах Давида, как в плаче Иеремии, когда он сокрушается, и потом на одном стихе бабах, и начинается хвала, то есть начинается признание, как бы, ну, поклонение Богу. Вот такое. И вот этот, вы знаете, навык, сам навык вот так поклоняться и так хвалить Бога, он невероятно важен для каждого из нас, потому что жизнь – это такая серьезная школа. Никто из нас не знает, где он будет завтра, кого он будет, извините, пожалуйста, хоронить и так дальше. То есть мы не знаем. Расписание у Бога очень, ну, непредсказуемое. И вот сама вот этот навык, ну, как бы отключать эмоциональную сферу на время вот этого оцепенения, болезни, вот этой страшного переживания, и все равно находиться, стараться, прорываться в состояние благодарности и хвалы, благодарности и хвалы. Люди могут сказать, да, это зомбирование, да, это там какая-то психологическая обработка. Нет, это просто прорыв из закона смерти вот этой плоти в закон духа жизни, в вечность, потому что на самом деле умерла плоть Джен, супруги Терри Ло, но она... Как я иногда своим студентам говорю, ребята, вот сейчас, говорю, что-то, ну, там, раз, и остановилось мое сердце, и вы видите, вот я как бы мертвый сижу на стуле. На самом деле я-то стою рядом живой, вы просто меня перестали видеть. Я вышел из этого тела, из этого домика, переехал. На самом деле, просто переехал, да, вообще освободился от него, наконец. Потому Но что... это должно быть особое откровение, чтобы однозначно. Человек понял, просто да. Так говорить. Я просто делюсь, как бы, да, спасибо. Субъективно. Сергей Алексеевич, да. Давайте, чтобы... Наши слушатели вас угадали по песням, которые у нас есть. Мы сейчас послушаем песню «Иисус Коханы» и вернемся в нашу студию. Хорошо.
небі сонце світить в небеса, допоки день і ніч в добі, в добрі чи злі, у праці чи у снах, я жертву вуст складатиму тобі. Тобі останній подих заповів, останнє слово і серця стук. Чи зможу все вмістити у собі, те, що натомість шлеш до моїх рук? Що хвали не вистачить в людей, тебе прославить кам'яний валун. Ти йшов на хрест, закрив дине свої, подарувавши нам заповідь любові. По тому знають всі, що ми твої, що маємо любов поміж собою. Перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Сергій Олексійович, я смотрю, ви смотрите на фотографії. А от у нас тут ще картина висіла, і можна було определити, от чоловік у чоловіка, у чоловіка широка душа, большая или нет. Вот один посмотрит и скажет: "Какой у художника внутренний мир?" Внутренний, да. Да, а другой посмотрит: "Ну, каляки-маляки, ничего не понимает". Вот душевность с одной стороны это хорошо, да, даже это приветствуется. Вот говорят: "Человек с открытой душой" или "душа компании". Но в каких случаях, если брать христианскую жизнь, душа и душевность может сыграть злую шутку? Вот мы только что с вами затронули вот такую тему серьезную перед, перед песней, да, вот как мы реагируем на те или иные обстоятельства. А, можно реагировать душой? Вот как дух, душа и тело, как это, басня «Лебедь, рак и щука», да? Дух вверх, плоть вниз и тело, и ты не знаешь, что делать. Душа между ними, да. Вы знаете, я шел и вот размышлял как раз на эту тему и думал, как на самом деле, есть ли какой-то инструмент, вот, ну, помните, в разделении души и духа, помните, упоминается в послании евреев, вот единственное место, которое я вспомнил,
Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов мозгов и так далее, судит намерения, помышления сердечные. Вот разделение души и духа, что имеется в виду? Разделение. Вообще-то на самом деле разделение души и духа, возможно, имеется в виду сущностное разделение, но как его определить? Вот, то есть достаточно много критериев есть в богословии, в христианской психологии есть некоторые такие как бы основные понятия. Ну вот я размышлял и пришел к интересному выводу, что на самом деле, наверное, все-таки в Библии больше нет упоминаний о разделении души и духа, потому что это, ну, неправильно. И на самом деле как раз должно происходить постепенное объединение души и духа. Вот, потому что однажды я как-то увидел, вот у меня было такое, ну, не видение, а какое-то такое интересное состояние, и я как-то вдруг вот, вот это место Писания, где дух всегда противится плоти, помните, Павел объясняет, вот, и они воюют всю жизнь, да. Вот, то есть плоть, она изначально предусмотрена для жизни в этом мире, она адаптируется всю жизнь под этот мир, вот, а дух, он от Отца, после смерти возвращается снова к Отцу, то есть похоже на то, что он как учитель наш, и он помогает нам находить Бога и привыкать работать с Духом Святым. То есть потому что в нашем духе написано, мы встречаемся с Духом Божьим. Они объединяются, то есть они, духовное родство, духовные две сущности, они соединяются. То есть это та часть нас, которая, ну, и знает Отца, и знает духовный мир, и знает, но она этот опыт не навязывает нам. Вот, вот душа, она же вот, ну, рождается, да, и стал человек душою живою в момент, когда в него был вдохнут дух жизни, вот, и еврейская традиция настаивает на том, что в момент оплодотворения яйцеклетки человека к ней присоединяется дух, вот, как учитель от отца, и он ведет этого человека всю жизнь по жизни, вот, а душа, она как ребенок, духовный ребенок, то есть дух дитё, дух вот младенец, он рождается на земле благодаря соединению плоти с духом. Душа, да, стала душа живой, стал человек душой живой, и эта душа потом приходит на экзамен. Он потом сдает экзамен, как он прожил свою жизнь. Вот многие говорят, вот как будто жизнь пробегает, как кино пред тобой, вот такое. То есть все на самом деле записано, зафиксировано, все это есть. И человек перед престолом, перед отцом, это не суд, это как экзамен, отчет о прожитой жизни. Вот, то есть в некоторых книгах мы можем такую, ну, там, где как бы вот перед престолом человек общается с Богом, и Бог говорит, что ты сделал с жизнью своей, вот, то есть что ты, как ты ее прожил. Вот, так вот это вот, я все время размышляю, ну, вот в этом контексте, на разделении души и духа, вот, получается, что душевность, она, то есть, ну, как, душевная, вот то, что написано, душевная бесовская, это то, что было... как бы нам, ну, нами взято от жизни с самого рождения. Мы живем в материальном мире, и мы привыкаем к благам материального мира, мы тянемся к благам материального мира. Со временем мы взрослеем и начинаем духовно познавать какие-то духовные реалии. Почему я верю вот в крещение тоже в сознательном возрасте? Потому что человек должен сознательно сделать свой выбор, но его дух может обращаться к нему уже как к взрослому человеку. Дух его наш, вот в наш, который наш же дух, вот он обращается к нашей душе внутри, то есть сам к себе, это мы все суть одно, но вот такой интересный процесс в нас происходит. И я когда получал вот такие вот, ну, объяснения, я верю, что они от Духа Божьего, от Господа, вот, я начал более пристально, помните, написано «вникай в себя и в Писание». Я думал, могло ли там стоять «вникай в Писание и в себя», но гипотетически могло. Но все-таки там написано «в себя» и «в Писание». Нужно понять, кто ты сам. И потом сопоставить это с Писанием. И Писание для этого написано, чтобы дать понять человеку, да, что там происходит. Духовные вот эти процессы. Душевность в бесовской, то есть душевность чувственная, она нам нужна, она во всех отношениях, мы без нее не можем, потому что эмоции, в конце концов, это душа, интеллект – это душа, воля наша – это душа, это все качество нашей души. Вот, ну и свойства. Значит, без этого никак. Другой разговор, на что душа ориентирована. Вот она, представьте себе, всю жизнь мечется между телом и духом.
они противятся друг другу, потому что представители разных миров совершенно. Вот. А душа как бы ними вот так на растяжке между ними вот так поставлена и, ну, мягко говоря, пригрела тело, то есть что-то по-хорошему по плоти что-то пошло, о, душа там. Вот. Раз дух, мы поклонились, Господь нас наполнил, мы понимаем, что нам вообще ничего больше не надо. Мы готовы в этом состоянии находиться вечно. Мы понимаем, что такое поклонение перед престолом на небесах. Мы понимаем, вот это вечность красоты, величие, наслаждение Божьей, вот, ну, тем, кто он есть, вот этой природой. Душа здесь, потому что ей тут хорошо, она тут, вот. И вот это вот всю жизнь, она вот, вот эти круги такие наматывает между... Ну, и вы сказали, что когда вы шли, вы размышляли, что не разделение, а... Объединение. Объединение? Объединение. Это возможно, что душа будет, как, еще раз объясните. Чем больше душа походит на наш дух, то есть чем больше она за жизнь, есть такой термин, переплавляется, переплавляется из материального подобия в подобие духовное, она тем больше становится, ну как, тем качественнее, скажем, для жизни на небесах, она становится больше соответствующей духовному стандарту. Потому что наш дух, я считаю, что это такое, ну, как бы, как духовный стандарт, который дан нашей душе для того, чтобы она достигла вот такого вот, ну, хотя бы, ну, во всяком случае, двигалась в ту сторону, не в сторону плоти. Потому что плоть, она никуда больше не может двигаться, кроме как в сторону материальных благ. И не пользует немало. Плоть не пользует немало. Ну, и все, да. Вы смотрели фильм Мела Гибсона «Страсти Иисуса Христа»? «Страсти Христа». Да, неоднократно. Да? Да. Как вы думаете, вот в чем, чем он взял зрителя? Я просто не встречала еще ни одного человека, который бы никак не среагировал на этот фильм. Все плачут, все каются во время этого фильма. Что он использовал? Не думали над этим? Почему этот фильм настолько, ну, и 5 раз его посмотри, и 50 раз, ну, не знаю, 50 раз будет ли эффект? Я думаю, что будет. И вот почему. Я читал, мне интересно было, как все это происходило, как готовился фильм. Вот, он говорит, что он медитировал буквально, то есть он находился, вот он постоянно искал, он создавал этот фильм внутри себя, вот больше года, там около 1,5 лет, доходило порой до депрессии и так дальше. Он искал, вот он, короче, этот фильм, он... Бог в него постепенно вложил. То есть этот фильм, по сути говоря, Мел Гибсон явился просто каналом, который, наверное, Бог специально его избрал. Возможно, те качества внутренние Мела Гибсона, которые Богу нужны были, они сработали. То есть, посмотрите, проблема любого пророка исключительно в человечности или в человеческом факторе самого пророка. Да. Рик Джойнер говорит, что самый лучший пророк на земле может пророчествовать, ну, 25-30% чистоты Божьего слова, остальное от себя. Потому что мы живем в этой своей, ну вот наша башня, она же наша. Это наш опыт, и мы все пропускаем через этот фильтр. Никто от этого не свободен. И по всей видимости, я думаю, что Господь избрал Мела Гибсона для того, чтобы как можно... Понимаете, интересно, что когда находишься в зале, я постоянно ловил себя на одном и том же ощущении, что это как машина времени, я как будто бы нахожусь именно в том древнем Израиле, в том там вот где-то... То есть неважно, я когда не абстрагируюсь от... актеров, от каких-то, то есть вот, ну, то, что мы склонны оценивать, да, то есть как костюмы, как постановка, как кадр, как там свет, как, то есть, ну, грубо говоря, просто мы такое жюри, которое оцифровывает, как бы, и дает оценку вот работе режиссера, актеров и так дальше. Когда забываешь об этом всем, действительно оказываешься там. И это такая своеобразная, я думаю, специально вот Господь помог людям, человечеству на время, на какое-то 1,5 часа, сколько там фильм идет, оказаться именно в, ну, в этой реальности, просто попасть вот, как будто вы стоите там среди толпы и все это наблюдаете, вот как суперкнига, да, эти детки, они летают, они там как бы участники даже этого, да. Как он, вот в этом смысле, вот, поэтому я думаю, что здесь однозначно, ну, количество откровений, которые Мел Гибсон там свидетельствует, что он понял, и что Бог вложил в его сердце, ну, как бы, вот за то время, сколько он продумывал, то есть снимал потом, он же, надо учитывать, что он же за свои деньги фильм снял, тоже немаловажно. Это очень немаловажно. Давайте вот послушаем нашим слушателям, нам уже пишут вопрос. Да? Да, вот. Здорово. Замечаете ли вы тенденцию, что сейчас внедряется манипуляция или воздействие в служении хвалы и поклонения? То есть музыка, самые лучшие отстроенные инструменты, световые манипуляции, туман и так далее.
Есть ли тенденция вот внедрения вот этого в церковь? И как вы вообще, что вы скажете по этому поводу? Это да, помогает? Давайте мы переведем вот этот образ в целом. Вот возьмем образ профессионального, ну, наполненного спецэффектами прославления на понятие или символ рок-гитары, звука рок-гитары. Да? То есть почему? Объясню. Потому что до сих пор еще не утихают споры, имеет ли отношение рок-музыка к христианству, к христианскому служению, как бы к литургии и так дальше. Вот. Что я могу сказать вам, как профессиональный музыкант и человек, который уже, ну сколько мы с Господом, уже скоро 20 лет. Вот. То есть мы видели разные стандарты, мы видели разные церкви, разные служения. Мы бывали и на служениях, и сами многократно служили в самых различных, то есть от обыкновенного бардовского поклонения под гитару, вот, заканчивая в невероятно в участии в невероятно пышных симфоническим оркестром и хором служениях и конференциях. Где, кстати, почему-то не вспоминают о том, что вот когда большая форма служения, то там, ладно, уж пусть будет и тот свет, пусть будет и громкий звук. Почему? Потому что вот такое прославление Бога. Потому что, а я вам скажу, что на самом деле, за несколько лет до того, вот до событий, которые у нас начались в стране, я молился, вот, и часто в церквях возникает вопрос, я не говорю о перегибах, я говорю о таком номинальном каком-то вот положении вещей, вот, возникает вопрос, ну, что громко музыка или там что-то еще такое, вот, я говорю, Господи, как мы можем, ну, мы все несовершенные, как мы можем отстроить так аппаратуру, чтобы всех это устраивало, и молодежь, и старшее поколение, и все, то есть, все-таки какая тенденция, сделать это все тише? Господь напомнил мне много мест в Писании, где написано громко, громко, вместе, в единстве, громко, подобающе. То есть это с таким, а понимаете? А бабушки давление поднимается от такой громкости. А у нас в Победе бабушки танцевали под колонками двухкиловаттными, понимаете? Вот так вот было дело. Вот всякие бабушки бывают. Но я вам скажу одно. Бог мне сказал, лучше глохнуть от звука хвалы, чем от канонады и взрывов. Это было за несколько лет до войны. Воздействие, ну я вернусь, я уплыл, простите, мне бывает, меня выносит. Вот, насчет рок-гитары. Рок-гитара участвует во многих очень цивилизованных и наибольшего такого, ну, профессионального уровня шоу-концертах. Сейчас роковая гитара, дело в том, что рок-гитару можно настроить очень красиво. Она может петь как виолончель, она может исполнять очень красивые, вдохновенные партии различные. То есть просто нужно уметь управляться, ну, то есть нужно уметь обращаться с любым инструментом. Посмотрите, сколько на земле было открытий. Все они, почти все, они все обращены в оружие против людей, против того, что... Сколько открытий, они все равно попытаются любое самое хорошее открытие превратить. Так и здесь тоже. Когда-то Филипп Михайлович Савочка сказал, что одно из слабых мест и открытых для дьявола, для, как раз для атаки на церковное служение, это пульт, это звукорежиссер. Очень важно, что там происходит. Кстати, вот еще один предмет, ну, из которых я преподаю, это звукорежиссура. Я учу детей, ну, учу своих студентов, прежде всего, даже пускай это будет громко, но громкости рознь. Когда громко люди поют и играют, вдохновленные Духом Святым, когда там действительно привозят, ставят свет. Ну, насчет тумана дело спорное, можете пускать этот дым, можете не пускать. Мне он, например, никогда не мешает. Ну, я не знаю, если я поклоняюсь Богу, есть там дым или нет дыма, для меня вторично. Для меня намного важнее, что в этот момент происходит в сердцах тех, кто вот проводит через себя Дух Божий, и насколько они не мешают Богу работать в сердцах зала, то есть тех, кто находится в зале. Вот это важно. Это на всех уровнях важно. Поэтому внешние вещи, они могут служить и в плюс, и в минус. А уже то, что у людей в сердце... Есть манипуляция, если у людей в сердце какая-то, например. Мотивация внутренняя, то есть... Это всегда было. Я вам читаю сейчас «Поклонение прежде и теперь» Роберта Ойбера. Он описывает поклонение и прославление практически всей истории церкви здесь. Очень интересный учебник. Это вообще учебник для семинарий. Вот. Удивительно. Я все то, что они описывают, я сейчас все нахожу в современных церквях.
фрагментарно из разных эпох, из разных деноминаций, из конфессиональных там каких-то, все это сейчас у нас есть, просто оно как будто вот годы и, ну, времена перемешивают это все, но оно никуда не девается. Оно просто как в калейдоскопе. Повернул калейдоскоп, оно вот так сложилось. Следующий поворот, следующий век, оно вот так сложилось. Душа есть душа, Бог есть Бог, поклонение есть поклонение, а манипуляция есть манипуляция. Вот этими тут нужно, скорее всего, оперировать понятиями. Потому что и свет, и даже тот же дым, дым просто иногда правильно, опять-таки, правильно сделанный дым, он подчеркивает вот эти лучи света. А откуда это все берется? А посмотрите, самые красивые фотографии романтические, когда различные конфигурации лучей пробиваются сквозь тучи, при закате, там, над облаками, куча разных таких. И вот эти лучи, 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 откуда взялась сама идея сделать на сцене вот лучи и как-то их подчеркнуть? Они в чистом, ну, в воздухе, они там, ну, пыль разве что видно в луче. А здесь вот этот вот дымочек такой, дымка, она вот может, он, это может работать в плюс. Просто, ну, понимаете, да? Так, давайте мы послушаем песню «Признание». Два слова этой песни. Это песня Жени Гудухина, это не моя песня, но я в нее влюбился. Мы с Женей друг друга знаем, очень дружим и любим друг друга. Вот, и многие песни мне нравятся, но это особенная. И он мне о ней рассказывал, что он ее написал после того, как чуть не погиб, чуть не умер. И она особенная, она какая-то, ну, не, она дышит. Мне удалось просто, ну, не знаю, как-то вот что-то, возможно, Женя пусть не обижается, но, возможно, я что-то в ней увидел большее, чем как бы вот он сам спел. Она есть в его альбоме, вот, но вот я ее перепел, я ее по-своему переделал, вот, но я вот решил немножечко как бы там вот, ну, вот свое сердце там как бы вот излить. Извини. Слушай.
У нас уже нету времени. І ще раз кажу нашим радіослухачам, що сьогодні у нас у гостях Сергій Олексійович Закатьора. Сергій Олексійович, у нас два вопроса і один коментарий. І нам треба уложитися во время. Здравствуйте, Сергій. Приятно слышать вас на Светлом Радио. Я по поводу душевного восприятия. Посещать разное собрание, наверное, не запрещено. Я могу быть в храме, могу прийти в гости к евангельским христианам разных направлений. Но столкнулся с таким моментом. Когда пребываешь в церкви, где, как вы говорите, прямое воздействие на душу, тебе там нравится. Приезжаешь служить в другую церковь, там, где, например, один прославляющий и один музыкальный инструмент. И ты понимаешь, что тебе этого недостаточно, как бы нет эффекта. Тем временем, как люди рядом переживают присутствие Духа Божия. Это я о том, что подобные воздействия могут сыграть злую шутку. Но тут как бы и не вопрос, а вот человек высказал свое мнение. Ну, комментарий, да, скорее. Да. Так, вам приходится второе. Вам приходится сталкиваться с конфликтом, когда в церкви люди разной вековой категории, это то, что вы говорили почти в начале программы, вековой категории люди уважительного возраста, им нужно что-то спокойное, среднее, какого-то нейтралитета придерживаются, а молодежи нужно что-то поживее. И на этой почте возникают непонимания. А надо, чтобы всем подошло. Как в таком случае быть? Нам посчастливилось в первом десятилетии 2000-х годов, вот, как бы, да, с 2002 по 2010 мы были лидерами прославления у замечательного пастора, епископа Валерия Николаевича Решетинского, «Христианской надежде». Вот, и Господь нас за эти годы, пока мы там были, научил правильно формировать программу, не проталкивать свое, то есть те песни, через которые мы наполняемся. Пускай их будет одна-две. Вот, но знать, любить и переживать песни, которые переживают и любят вот из пятидесятнических псалмов, из что-то, чего-то современного там для ребят. То есть мы сейчас так постоянно уже и поступаем. Мы сейчас лидеры прославления в Пущанской церкви Сергея Леонидовича Флюгранта, Скиния. Вот, и у нас, да, вот как и написано, есть все три категории, все три... Служение, молодежное такое. Возраста, все три возраста. Вот. И нам удается с Божьей помощью, его мудростью так компоновать. Служении, да, в одном когда служении. Все собраны. Да. Компоновать служение, компоновать программу таким образом, чтобы каждый имел псалмы, через которые он наполняется. Угу. Вот. Просто мы пытаемся это делать в одном, как бы вот в Божьем духе, и течь. Один псалом вытекает из другого, мы немного меняем стиль, вот, корректируем темпы, и в целом, ну, я не знаю, пока что так особо никто не жаловался. Во всяком случае, служение, ну, каждый получает хоть немножечко своего. Вот. И это таким образом еще учит людей. Надо же еще научить людям учиться в собрании друг друга принимать. Помните, что одна из функций и Илии, пророка, и вообще Божьей функции, это обращать сердца детей к отцам и отцов к детям. А кто этим будет заниматься? Этим должны заниматься как раз служители Божьи. То есть это Дух Божий через них действует. Он всегда, он же не меняется. У него это есть, он это делает. Просто надо позволить ему это делать. И давайте, у нас уже времени нет. Служение, хвалы и прославление. Что должно произойти с нашей душой, с нашим духом и с нашим телом? Каждый должен какую порцию чего получить? Что должно совершиться? Я думаю, что здесь должен быть приоритетно выстроена вертикаль. Тело служит душе и духу живущих вниз, душа учится у духа, то есть верховенство в нас имеет дух, который от Бога мы имеем. Вот душа как послушница, как ученица, она учится для того, чтобы быть жителем небес. Вот тело просто служит, это просто инструмент. Положение тела все меньше и меньше, слава Богу, имеет значение. То есть уже давно как бы во многих церквях это отпущено. Хочешь, молись на коленях. Даже, возможно, где-то кто-то может и лечь там. Есть там в некоторых церквях сзади постелены такие. Ну, вот, да, это вот от Торонтовского пробуждения есть церкви. Там сзади кладут такие как мягенькие яйца. И человек может пойти просто вот таким образом. Потому что иногда Бог может так исцелять, Он может так успокаивать. Разные бывают моменты. Кому-то просто нужно пойти посокрушаться. Это за людьми. Хорошо. С этим понятно. Последний вопрос вот дописывает Владимир. Есть люди, которые придерживаются мнения, если в церкви все правильно, настроены инструменты, все отрепетировано, все стоят правильно, на всех любо посмотреть, прославляющие, все шикарно, красиво, помогает ли это поклоняться нашим сердцам? Это очень глубокий вопрос. Само по себе нет.
оно может, оно дышит, где хочет, как, да, хочет. Это все может служить, это может способствовать, а может и мешать. Мы же об этом сегодня говорили, что одни и те же достижения техники, технологии различных, свет, звук, прекрасный звук, цифровой звук, это может мешать, опять-таки, какое сердце, о чем поются сцены. Это просто аппаратура, и все. Это просто технологии, или, например, даже технология вокала. Иногда человек, который не умеет петь, через него Бог может сильнее коснуться, чем через профессионала, причем с такими уже соул-фишками, что, ну, казалось бы, куда ж там. А оказывается, нет, человек не дышит Богом просто, он дышит фишками своими, вот и все дела. Да, можно устами приближаться, а сердцем отдаляться. Во всем надо искать Господа. Все, это единственный, ну, самый главный принцип.